Где наша машинка? Папа! Папа уехал? Да. Папа уехал на машине? Да. Да папа-то ведь на работе. Наша машина за оградой? Мы же сегодня с тобой ездили уже. Да. Да. Поехали мы с тобой за покупками? За покупками поехали? Да. Поехали мы в светофор. Нам нужно посмотреть рулонную штору. Также заедем в фикс прайс. Может, там что-то найдем да. по размерам. Да. Да. Будем, скажи, вам все показывать, рассказывать. Да. Да, Тёмушка? Выходи. Да. Только очень аккуратно. На дорожку не выходи, хорошо? Да, вот Биби. Пошли? Мотивы совести искренним голосом докажет то, что мне нужна лишь только ты. Лилуя. Приехали мы в светофор посмотреть рулонные шторы. Посмотрим, какие размеры, цвета. Пошли, пошли. Рулонные шторы 648 398, здесь плотность 270, здесь плотность 350. Сейчас будем смотреть. Артём, будем смотреть, выбирать. Но тут мы с Тёмушкой довольные и счастливые прибыли домой. Кое-что мы прикупили, кое-что мы забрали на Валберис. Хотелось бы мне сейчас сделать маленькую мини-распаковочку. Ну и первый костюм, который я хотела бы вам показать, это вот такой прекраснейший костюм на флисе. Костюм очень мягкий, приятный телу. Но колпак с двойным подворотом, он хорошо защищает ветреную погоду шею ребенка. Резинки на кофте также очень мягонькие, ничто нигде не давит. И вот такой прекрасный начесик. Ссылочку я обязательно оставлю под видео. Наш рост на данный момент 95 сантиметров. Костюмчик мы такой с Валберис заказывали 92-98. Ну и также в нашем гардеробе пополнение. Два вот таких прекраснейших костюма на флисе. Цена одного костюма 1100, эта цена совсем смешная для таких красивых, ярких, а самое главное теплых костюмов для ребенка, именно вот в такой межсезонник. Эти костюмчики также идут очень мягонькие, вот с таким тепленьким флисом. Сразу же хочу внести ясность, ссылочку я оставлю только на самый первый костюм, который я вам показывала, так как эти костюмы я покупала в городе, в котором мы проживаем. Ну и этот костюмчик также очень мягонький, очень яркий. На штанишках вот такая красивая эмблема. Вот такие яркие, удобные, а самое главное теплые костюмы у Тёмушки появились в гардеробе. Ну а сейчас вашему вниманию маленький мини-показ моды.